Твери разрушается подъем на новый мост. От парапета отвалился большой кусок и рухнул на землю. Обрушение произошло со стороны набережной Афанасия Никитина. Предположительно, перила были построены, как и сам мост, в 1953-56 годах. Нововолжский Тверской мост был сдан в эксплуатацию 3 ноября 1956 года и сделан из элементов, которые старше, чем Староволжский. В администрации Твери сказали, что для решения проблемы все возможные меры будут предприняты. В результате износа конструкции произошло частичное обрушение элементов лестничных сходов нового моста. В ближайшее время поврежденные элементы будут демонтированы и вывезены. Прорабатывается вопрос ремонта лестничных сходов. По результатам обследования элементов лестничного сооружения будут определены объемы и сроки производства работ.